эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы предлагаем свое вещание на русском языке на коротких и средних волнах через спутник и в интернете. Подробно о времени и частотах нашего вещания вы можете узнать на веб-сайте nhk.jp/russian. Приглашаем послушать наши программы. Радиослушатели. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. В Токио в районе Сибы в полдень по японскому времени ясно. Температура воздуха 33 градуса тепла. Мы начинаем нашу передачу с информационного выпуска, в начале которого о главных событиях. Премьер-министр Японии призывает лечить дома пациентов с COVID-19 без серьезных симптомов. Правительство Японии направит вакцину AstraZeneca в районы, где действует режим ЧС. Белорусская спортсменка вылетела из Японии в Польшу. А сейчас подробнее об этом.